Спонсор прогноза погоды – компания «Гарант прав». Надоело сидеть в кредитах? Вся зарплата уходит на погашение долгов? Устали выслушивать угрозы коллекторских агентств? Мы решим ваши кредитные проблемы. Компания «Гарант прав». Полный цикл работ по юридической защите. Измените свою жизнь в лучшую сторону. Во вторник в Самарской области ожидается холодная, ясная погода. Лишь местами облачно и небольшой снег в утреннее время. Температура воздуха днем -19, -22, ночью 22-24 мороза. В Сызрани безоблачно и без осадков, днем -22, ночью 24 градуса ниже нуля. Ветер северо-западный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, утром возможен небольшой снег, днем -23 градуса, ночью -22. Северо-западный ветер 2 метра в секунду. В Самаре ясно, днем -21, ночью 23 мороза, ветер северного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, геомагнитное поле возмущенное, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.